В Лосно ты рожден, это твой район. Да. Это Лосноград, ты гордишься, брат. Да. Здесь что-то труд, в Лосно каждый крут. Меня зовут Виктор, мне 27 лет, я родился и вырос в Таллине. На данный момент я занимаюсь тем, что вожу лимузины. Я просто встретил человека на парковке, который был возле лимузина, поговорил с ним, он оказался владельцем, и вот я оказался здесь. Процентов 70, наверное, всех заказов на лимузин приходится на Лосномяе. В основном, кто берут, все люди живут здесь. Они очень сильно переживают, что сможет ли лимузин подъехать ко двору или к подъезду. Потому что 10 метров, ну, развернуть в узком лосномяевском дворе, это как-то, ну... Ты можешь заехать во двор, но выехать ты оттуда уже не сможешь. Добрый день. Это очень ответственная работа, это очень веселая работа, интересная. Ты можешь встретить миллион разных людей. Ты проводишь с ними это время, участвуешь в свадьбах, участвуешь в девичниках. Это получается постоянный большой праздник. И, конечно же, твое состояние тоже должно быть таким, чтобы ты не испортил людям настроение и, так сказать, поддержал их. Виктора возьмем водителем лимузина в тур. По его... На самом деле я за, почему нет? Не часто меня зовут в туры, а такие события – это очень веселые вещи. Я согласен. Я рад, что мне попадаются очень добрые и веселые клиенты. Некоторые садятся ко мне поближе, некоторые даже на пассажирское сиденье заводят какой-то диалог и с радостью мне показывают путь, куда они бы хотели проследовать. Это, на самом деле, очень забавная черта. Людей в Лосномяе — это простота. Вот. Простота людей в общении — это здорово. Побольше бы таких людей. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Виктор, и я водитель вашего лимузина. Марина. Она. Классно. Ох, красота. Я все-таки за Витю больше переживаю, потому что как водитель водителю. За наш район, где мы живем. За наш дом, по сути дела. Я как человек стараюсь делать это время, которое они проводят со мной, намного более приятным и запоминающимся. Мне нетрудно открыть им дверь, подать даме руку, когда она выходит, спросить, как у него настроение, как прошел его день. Добрый день. Добрый день. Прошу вас. Одноклассницы. Да, они чувствуют, что о них заботятся, что они не просто люди, которые пришли, проехались и ушли, а что они все-таки поучаствовали в чем-то немножечко большем, где вот друг о друге заботятся, где интересуются твоими эмоциями, где интересуются твоим настроением. Эта работа немножечко изменила мое как-то восприятие жизни, отношение к людям, вообще взгляды многие. И я понял, что все-таки в жизни счастье складывается из мелочей. Хорошо. Был рад вас покатать. С Витей обниматься будем? Ты же не выйдешь? Никак.